Итак, дорогие друзья, тут произошло небольшое событие. Вчера были в компании Ford. И, ну, так неожиданно приехали, хотели посмотреть Ford Kuga, и вдруг неожиданно менеджер говорит, так и так, мол, завтра у нас день открытых дверей, у нас будут конкурсы, будет проходить всякая ерунда. Вот, приезжайте, с 6 до 9 мероприятие будет проходить. Вот, ну, недолго думая, вот, сегодня мы собрались. И вот сейчас стоим в пробках, уже жутко опаздываем. Пытаемся доехать. Вот. Кстати, да, автосалон новый, открылся совсем недавно. Находится у нас на площади Танкистов, по-моему, один. Вот. Посмотрим, что там, снимем, расскажем, послушаем. Да-да-да, подъезжаем уже. Совсем чуть-чуть осталось. Ну, опоздали немножко, минут на 10. Посмотрим, машин там много стоит. Очень много на парковке. Посмотрим, что они. Что там будет происходить, что за мероприятие такое. Дорогие друзья, мы находимся здесь, мы наконец приехали, как раз начало, нас здесь кормят хорошо и вкусно, чай, кофе, алкоголь, в общем-то на самом деле жалко, что народу мало, но хорошее мероприятие, приятное, очень классно играет, господи. Вот так. А я сижу на самом деле в новом фокусе. Он абсолютно переделан. Здесь просто все по-новому. Основные отличия от третьего фокуса. Наконец пропала вот эта вот дырочка, вот здесь была, которая, ну, очень сильно мешала. В принципе, здесь все убрали. Теперь в подлокотниках. Подлокотники вот здесь тоже были непонятные дырки. Теперь здесь все, в принципе, эргономично. Все сделано красиво, пожалуйста. Вот, очень приятный руль на ощупь, очень приятный. Вот, магнитол. Ну, в принципе, что здесь? Подстаканники сделаны. Тоже с крышечкой они сделали, пожалуйста. Вот, вот, так вот раздвигаются. Что, в принципе, очень удобно. На самом деле, можно ставить маленькие и большие. Так, также раздвижной подлокотник. Пожалуйста. Все тут двигается. Очень хорошие сиденья просто вообще шикарные, на самом деле поддержка просто безумно приятная, вообще все материалы, даже я бы сказал, на ощупь приятные. Вот, непонятная затычечка тут у нас находится. Вот, ну вот что я могу сказать, ну, здорово сделано, машина просто, конечно, в разы лучше, чем было, лучше, чем третий. Вот. Наверное, теперь можно сказать даже, что лучше, чем 2+, который был раньше. Киски? Сейчас, где киски? Подожди. Сейчас я сначала съем вот эту штуку. А, вон они, киски. Друзья, давайте поприветствуем аплодисментами. Ну что ж, продолжается дефиле. И на поклонение в кошачьем коллективе вот эти черно-белые наряды от самых маленьких. Ну, похоже, нас тут хотят споить, нас тут хотят, похоже. We'll be right back.
Находимся в Ford EcoSport. Не знаю, какая комплектация, еще не глядел. Но простоват, конечно, простоват. Хотя вот уникальная вещь, уникальный такой подлокотник для водителя. Посмотрите. Ну, вполне сидеть удобно. Вполне. Конечно, не фокус, но... Господа, посмотрите, что это. Это прикуриватель на панели. Интересно. Хочу продемонстрировать, как работает новая система. Оказывается, она включается без ключа. Смотрите, это не ручка, это просто не ручка. Оп. Фокус. Я так тут подумал, ходить устал, сел в машину, думаю, посижу, отдохну. Да, это экоспорт. Ну, я нахожусь в экоспорте. Климата нет, непонятно, что это, ну, в принципе. И, конечно же, подлокотник. Он просто крут. Итак, побывали мы на мероприятии, вот. Молодцы, конечно, все было здорово организовано, народу мало, они не афишировали это мероприятие, и, как мы поняли, вообще, в принципе, присутствовали, ну, так скажем, друзья, родственники, там, участвующих, очень много родителей, девчонок, которые выступали, вот. Но, в принципе, все было вкусно, чай, кофе, потанцуем, вот, все было как положено. Нам понравилось, машины хорошие. Жалко, что не было, конечно, Куги, Мондео. Они у них стоят под тест-драйвом. Вот. Но это уже другая история. И тест-драйв мы уже записались. Мы ждем звонка от менеджера. И надеюсь, в скором времени мы, конечно же, прокатимся на этих автомобилях. Вот, расскажу поподробнее о них, конечно же. Вот. Но это уже в следующий раз.